выбираю идти. И моя дорога прямо через сердце, прямо через сердце лежит твой путь. Через сердце лежит живой путь, прямо через сердце чистый вечный путь. Это чистый вечный путь.
Сердца говорят, уста говорят от полноты.
сейчас покивает землю, чтобы дети его сеяли семена любви. Бог вскакивает землю сейчас, чтобы сеять пророческие семена любви. Бог вскакивает землю, чтобы дети сеяли семена любви. Вспахивается, и вот это старый мир, вот то, какой он был, он превращается как в вспаханную землю. И он же вот это, становится той землей, куда сеется семя. И это семя благословения, но это не семя, которое благословляет то, что уходит. Это не семя, которое благословляет то, что становится перегноем, то, что становится землей, просто землей. Это семя, которое сеет новый день. Сеет новый день, сеет новый день. Это глаза, которые видят новое, которые видят новое. Уже сейчас Бог наполняет наши сердца семенами этой жизни, чтобы мы сеяли, время засевать. Время не говорить, что «О, это рушится», «О, это распадается», «О, это превращается во вспаханную землю». Нет, время говорить семя жизни того нового, что приходит, того нового, что приходит. Holy Lord Jesus. Тает паводи идущий, держащий солнце и луну. Кто среди эти волны изгоняет темноту? Высокий и превознесенный, кого не вестит небеса, сошедший на креста смиренный. Кому принадлежит душа? Создатель Бог, Яхве, великий сущий Яхве, Господь всего Яхве. Роза Шарона, Яхве, праведный сын Яхве, не держите Яхве. Создатель Бог, Яхве, великий сущий Яхве, Господь всего Яхве. Роза Шарона, Яхве, праведный сын Яхве, Бог триединый Яхве. Кто это? Держащий звезды и луну, но также солнце светит полночь, изгоняет темноту. Высокий и превознесенный, кого не вместит небеса, сошедший до креста смиренный, кому принадлежит душа? Создатель Бог, Яхве, великий сущий Яхве, Господь всего Яхве.
кресте, а знания, звания, это ты. Зажигает сердце пламя. Просто пламя. Он сам поднимается внутри. Поднимайся в нас, Господь. Он мой страстное желание.
ничто не отделит нас, ничто не отделит нас, ничто не отделит нас от тебя, да. Ничто не отделит нас, ничто не отделит нас, ничто не отделит нас от тебя, от тебя, чистым потоком. Потоком прямо от сердца, прямо из сердца, из тебя река чистым потоком, чистым потоком, прямо из сердца твоего сердца, прямо во мне течет река. Уже ничто не отделит, никогда, никогда, ничто не отделит, ничто не отделит, никогда, 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 чистым потоком, прямо из сердца, чистым потоком. Льется река чистым потоком из твоего сердца, из моего сердца, чистым потоком льется река, никто не отделит, детей никто не отделит, ни нас никто не отделит. Никто не отделит от тебя, уже никто не отделит, больше никто не отделит детей от твоего сердца, от тебя, от тебя, от тебя чистым потоком, прямо из сердца, чистым потоком, прямо из сердца льет. Чистым потоком из детского сердца, чистым потоком любовь отца, любовь отца, любовь отца. Дух потрясает, дух исцеляет, дух изменяет меня, прямо из сердца. Дух воскресения, дух воскресения, из сердца отца, чистым потоком, прямо из сердца, ничто не отделит, мы одно навсегда, чистым потоком, прямо из сердца. Чистым потоком льет.
жизнь, это жизнь в избытке. Вот она жизнь в избытке. Вот она жизнь в избытке. Наполняет все. Не украсть у меня эту жизнь в избытке. Эту жизнь в избытке. Не отнять у меня. Не отнять эту жизнь в избытке. Назад к тебе ты открываешь сегодня
открыли уши, пониманию стали слушать. Ты не изменился, ты не изменился. Изменились мы, изменились мы. Стали слушать, стали смотреть, стали кушать. Ты не изменился, ты не изменился. Изменились мы, изменились мы. Открыли глаза, открыли глаза. Открыли уши, чтобы слушать. Открыли, чтобы кушать. Ты не изменился, изменились мы, только мы. Ты остался верным, вечно тот же, вечно тот же, сказавший вся благодать во мне. Есть благодать во мне для тебя. Есть благодать во мне каждый день, каждый час. Благодать, благодать во мне. Это благодать сейчас внутри тебя. Благодать моя уже внутри. Благодать 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 уже внутри. Да-да. Благодать уже внутри. Благодать уже внутри. Благодать уже внутри. Забыли мелодию. Сердце мое пришел Иисус, не открутишься, не отвертишься. Сердце мое пришел мой Бог, любовью крестишься.
Иисус уже очевидно. Он никуда не денешься. В Украину пришел Иисус, любовью крестишься. В Украину пришел Иисус, и не отрутишься, не отвертишься. О, уже пришел Иисус, любовью крестишься. Наконечник, как стрелец.
Другого наконечника к стреле. Другого наконечника к стреле. Нет другого царства, нет другого наконечника к стреле. Дивлюсь я на небо і шукаю тебе, щоб зустріти той погляд, що манить мене. Гукаю, бажаю всім серцем тебе, і серце до тебе лине моє. Бо ти моя радість, любов і життя, так прагну відчути твоє почуття. Життя все прожити з метою одною, любити тебе. Життя, так прагну відчути твоє почуття, життя все прожити з мене.
тебе кожен час, тільки з тобою. Моя мета – це ти. Дорогий, дуже дорогий,
Ooh.
сяйво вічне, сяйво вічне, сяйво вічне, сяйво вічне. Чудова пісня в моєму серці хлється, мов ріка. Чудова пісня в моєму серці лється, мов ріка. Se quando, se quando
меньшее, чем сердце мое. Нечто меньшее, чем сердце мое. Добровольно. Уже падает этот великий обман, превративший твою невесту в рабыню. Он уже падает, этот обман, и она уже поднимается. Она уже поднимается. Она уже поднимается. И она одна. Она одна, единая, целая, великая, великая. И у нее огромное сердце. Огромное сердце, полное любви, полное сияющего золота любви. Влюблённая, влюблённая невеста, влюблённая, влюблённая, влюблённая невеста, влюблённая, влюблённая, влюблённая невеста, влюблённая, влюблённая, влюблённая невеста, влюблённая. Влюблённая, влюблённая невеста, добровольно. Вы ничего не можете отнять у неё, она сама отдаст сердце своё. Добровольно, свободно, радостно, добровольно. Свободна и радостна. И радостна. И радостна. Да падают ее кандалы, да падают эти повязки с глаз, да падает вся ложь, вся, что держала ее в тюрьме, в рабстве, в неволе, в ссадинах и побоях, все, что держало ее в страхе, в неверии, в смущении, в неуверенности, в стыде, да падает, да падает, да падает, да падает, да падает, да падает, да падает. Она встает добровольно, добровольно. Она встает, поднимается над землей добровольно, добровольно. Соединяется в одно.
добровольно, добровольно, потому что падает рабский вонючий страх. Добровольно, добровольно, она полна чести, доблести, радости. Она святая, она свободная, любовь ее имя. Она святая, она свободная, и любовь ее имя. Она святая, она свободная, и любовь ее имя. Она святая, она свободная, и любовь ее имя. Провозглашаем в жизни вести Христа. Провозглашаем в жизни вести Христа. Той настоящей, не фальшивой кукле, мертвой, без сил, но настоящей, красивой его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, святой невесте, святой невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Его невесте, его невесте, его невесте свободу и жизнь. Такой разной, такой многообразной, распростершейся по всей земле свобода жизни, свобода жизни, свобода жизни мне и тебе, свобода жизни. Дыши, 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 дыши полной грудью, дыши, дыши, вдыхай его, вдыхай дыхание Всевышнего. Дыши, дыши, дитя, дыши, дыши, невеста, дыши, дыши, девочка, вставай, 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 поднимайся, пробуждайся, открывай глаза, в них отразится небо, открой глаза, в них отразится небо, и ты увидишь его. Ты увидишь себя в нем, и ты увидишь, кто ты, и ты будешь единой, и ты станешь единой, потому что увидишь, что ты единая, потому что ты увидишь, что ты прекрасная, ты станешь прекрасной, потому что ты увидишь, что в тебе нет пятна, и в тебе нет порока, и ты будешь беспорочной, ты будешь вести себя как беспорочная, ты будешь вести себя как единая, ты будешь говорить жизнь, ты будешь созидать. Ты будешь распространять красоту. Ты будешь петь от радости. Ты будешь петь от восторга. Ты будешь петь от счастья. Потому что ты счастливая. Потому что ты невеста. Потому что Он возлюбил тебя. Потому что Он возлюбил тебя. Потому что ты плоть от плоти, кость от кости. Ты одно с Ним. Ты прекрасна, как Он. 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 Ты отражаешь небо, ты отражаешь небо, ты самое лучшее, что есть на земле, ты самое лучшее, что есть на земле. Ты самое лучшее, что есть на земле, что есть на земле.
что есть на земле. Ты самое лучшее, что есть на земле. Что есть на земле, что есть на земле. Ты самое лучшее, самое лучшее, самое лучшее, что есть на земле. Самое лучшее, самое лучшее, самое лучшее, что есть на земле. Проснись и пой, проснись, танцуй. Ты самое лучшее, самое лучшее, что есть на земле. Самое лучшее, самое лучшее, самое лучшее, что есть на земле. Что есть на земле. Что есть на земле. Проснись, красавица, проснись и пой. Проснись, прекрасная, и просто будь собой. Проснись, прекрасная моя, чудесная, не прячь с лица. Проснись, любимая, любимая, дочь отца. Есть на земле, ты самое лучшее, что есть на земле. Ты самое лучшее, что есть на земле. Ты самое лучшее, что есть на земле. Ты самое лучшее. Что есть на земле. Ты самое лучшее, что есть на земле. Драгоценность отца, возлюбленная небесами. Сияй, сияй, сияй глазами. Что есть на земле. Ты самое лучшее, что есть на земле. Ты самое лучшее, самое, что есть на земле. Пока просто не знаешь об этом. Ты просто не знаешь об этом. Ты просто не знаешь об этом. Ты просто не знаешь пока об этом. Пришло подниматься, время пришло просыпаться, и Дух Божий пробуждает сердца, пробуждает, пробуждает, и это будет усиливаться день за днем, час за часом, год за годом, это будет умножаться, усиливаться. Откровение невесты, откровение одного нового человека, одного единого, одного великого, могущественного, сильного. Это самое лучшее, что есть на земле. Он просыпается, он пробуждается, чтобы увидеть все, как есть, чтобы войти в адекватность,
чтобы прийти просто в отношения с реальностью. Он просто просыпается. Он не меняется. Он просто просыпается к осознанию. Он просто просыпается к осознанию. Вот это разрозненное, то, что мы видим сегодня, все разорванное, разрозненное, на самом деле это прекрасная и удивительная, целая, одна, чудесная невеста. Уже сегодня. Уже сегодня. И вот эта разрозненность и разорванность, которая сегодня есть, это только от того, что она не пробуждена к осознанию. Она не пробуждена пока к осознанию, к пониманию, кто она есть. И Дух Божий в эти дни пробуждает невесту. Он пробуждает невесту. Он сам пробуждает невесту. Она самая лучшая, самая лучшая, что есть на земле. Она самая лучшая, самая лучшая, что есть на земле. Она самая лучшая, самая лучшая, что есть на земле. Она самая лучшая, самая лучшая, что есть на земле. Она самая лучшая, что есть на земле. Земле она прекрасна, как день сотворения. Она прекрасна, как день сотворения. Она одно с возлюбленным царем царей, рожденная, чтобы царствовать, чтобы владычествовать во всей земле. Рожденная царствовать, рожденная владычествовать, рожденная царствовать, рожденная владычествовать, рожденная царствовать, рожденная владычествовать. Она рожденная, чтобы царствовать, рожденная, чтобы владычествовать. Она поднимется и будет творить его дела, и даже больше. И даже больше она поднимется и будет творить его дела, и даже больше, и даже больше она поднимется и будет творить его дела, и даже больше она поднимется творить его дела, и даже больше, и даже больше. Не отменится, не отложится. Время вставать, время подниматься, время пробуждаться, время пробуждаться, время выходить на царскую работу, царить над землей. Время выходить на царскую работу, занять трон свой. Время выходить на царскую работу, исцелять землю. Время выходить на царскую работу, целовать эту землю. Время выходить на царскую работу, благословлять землю. Время выходить на царскую работу, освобождать землю. Царствовать, владычествовать царем любви. Царствовать, владычествовать вместе с царем любви. Мы будем царствовать,
владычество вместе сольем мы любви. Царствовать и владычествовать вместе сольем любви. Время выходить на царскую работу. И царское это дело скучать, и царское это дело мучиться. Не царское это дело страдать, не царское это дело быть безнадежности, не царское это дело быть в грехе, не царское это дело завидовать, не царское это дело ревновать, как будто ты не сын отца. Holy Lord Jesus, God, Господь, мы соглашаемся, что белым снегом этот снег откровения опускается на землю. Этот снег откровения приходит на землю, покрывает ее, и она рождает новый день, Господь. Он рождается, Господь. Этот новый день, Господь. Он приходит. Он приходит, Иисус. Через наши сердца. Holy Lord Jesus. Свободой. 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 Надеждой. Радостью. Уверенностью в Нем. Уверенностью в Нем. Уверенностью в Нем. Ты становишься человеком иного измерения. Ты становишься существом иного измерения. Ты диктуешь. Не это измерение диктует тебе, как тебе жить, но ты диктуешь. Ты определяешь, что и как будет. Потому что этот огонь внутри тебя, он громче говорит. Это живое слово, как меч в твоих устах, оно сокрушает дела дьявола. Оно просто сокрушает дела дьявола. Ты идешь по земле, и земля расцветает, и из-под твоих ног поднимаются цветы, потому что ты жизнь, сама жизнь. Ты любовь, ты сама любовь. Да, ты жизнь, да, ты жизнь. Ты любовь, да, ты сама любовь. Ты жизнь, любовь. Надежда, восхищение для земли. Все ты прекрасна. Ты начинаешь видеть, как ты прекрасна. Ты начинаешь видеть, как прекрасен он тебе. Прекрасна ты в нем. Мы едины навсегда, да. Как прекрасен он тебе. Как прекрасна ты в нем. Прекрасна навсегда. Как прекрасен он тебе, прекрасна ты в нем. Мы прекрасны навсегда, какая пора. Ах, какая пора, какая пора. Ах, какая пора, какая пора, какая пора. Ах, какая пора. Отец скажет, какая пора, какая пора. Ах, какая пора.
Я чувствовала, как Дух Святой, Он просто хочет в наших сердцах запечатлеть вот эту картину, то, что происходит сегодня. Он открывает глаза, и мы начнем видеть, что невеста — это не просто я и ты. Да, каждое сердце мы переживаем эту грань, наша личность с его личностью. Но в то же время есть больше силы, больше славы, свободы. Вообще, это великая тайна, которая будет открыта, и она уже открывается, что есть невеста, она сейчас есть, она единая, она здесь, по всей земле, она единая, она совершенная сегодня, сейчас. Вот мы видим, и люди часто говорят, все не так, все плохо, все несовершенно, все не, как-то еще не доделано, так много еще работы. Все, что нужно, это просто откровение о том, кто она есть. И Бог идет для того, чтобы явить нам. Мы начнем видеть, мы будем радоваться от того, что мы будем видеть в другом. Мы будем радоваться, что это мое. Потому что мы одно. Нет разделения. Мы не будем бояться. Мы не будем бояться нашей разности, различности. Потому что это будет дополнять нас. И мы будем чувствовать, что мы одно. У нас одно наследство. У нас одна задача. У нас одна награда. Это не умаляет нас. Это обогащает нас. Мы будем чувствовать, как мы становимся богаче от того, что мы понимаем вдруг, что все эти люди, которые по всей земле живут, в разных местах, в разных церквях, в разных общинах, которые проявляют себя по-разному. У кого-то есть такой чудесный дар, а у меня такого дара нет. Но это мой дар, это тоже мой дар, потому что я одно с этим даром. Это мое превращение, это мое богатство. Я не завидую, я радуюсь, я богатею. Я становлюсь богаче от того, что я вижу, что у кого-то есть тоже что-то, чего нет у меня. Я становлюсь богаче прямо на глазах, просто от одного откровения. Я оглядываюсь, и я начинаю видеть, что невеста едина с той невестой, что на небесах. Она тоже с нами одно. И та, что была в прошлом, и та, что будет. И та, что вокруг нас еще не проснулась и не узнала, что она еще не рожденная свыше, но она уже есть. В его глазах она уже есть. Она единая по всей земле. Когда она начнет видеть это могущество, кто она есть, и она перестанет бороться сама с собой. Она просто согласится быть тем, кто она есть. Она перестанет бороться с тем, с чем не надо бороться. Потому что оно побеждено уже. Она встанет и будет бороться со злом, которое воюет против людей, которое воюет против братьев и сестер. Она встанет против этого. Потому что она просто поймет, кто она есть. Это сейчас, сегодня. И Отец хочет, чтобы мы поняли, приняли. Он высвобождает это откровение. Оно будет усиливаться, увеличиваться и распространяться. Дух Святой высвобождает это откровение на землю. Оно могущественно идет, и оно достигнет всех концов земли. Это будет один новый человек. Это будет одна невеста. Holy Ghost in Jesus, God. Holy Lord, Jesus, God. Великая свобода. Вот чего боится враг. Он боится, что мы поймем это. Он боится, что мы поймем. Что он хочет, чтобы мы без конца этого достигали, вместо того, чтобы просто это принять. И поэтому Отец высвобождает Дух Откровения. Белым снегом опускается Дух Откровения. Он покрывает всю землю. По всей земле поднимаются люди с одним и тем же откровением. С одним и тем же откровением. Аминь.